Здрасте, мы вас ждем. Привет. Как у вас самочувствие? Ничего, сегодня лучше. Насморк еще есть, но уже лучше, чем было. А какие-то лекарства вам давали, что приемы? Ну, врачу одному, да, большое спасибо. К сожалению, не знаю его фамилию, имя. Мне поставили укол. Это единственное, наверное, что было из медикаментов. Поэтому было непросто. Скажите, вам объяснили инспектора или, может быть, в суде кто-то, почему вот «Единый народ» у вас на плакате? Нет, и почему, нет. Почему это как-то дискредитирует кого-то? Объяснений мы не получили, к сожалению. Нет, никаких.